Огромное количество кирчан собралось сегодня на главной площади города. Через несколько минут здесь начнется прямая трансляция церемонии открытия Керченского моста. Переживали вместе со всеми. Мы очень рады, очень горды этим событием, поэтому мы здесь вместе едины. Мы, конечно, смотрели по телевизору этот процесс и хотели, чтобы он скорее закончился, ждали этого. Переживали за мостостроителей? А как же. Очень ждала. И дочка у меня в Новороссийске сказала: мама, ты сними все и перешлешь мне. Я снимаю на видео. Наш прекрасный Крымский мост. Можем мы тобой гордиться. Славный город Керчь, герой и казацкая станица. Вновь родные берега. Дружбы мост соединяет. Он построен на века. Дружба наша процветает. Жаркое майское солнце, кажется, включило максимальную температуру на кирчан, пришедших на площадь Ленина, чтобы стать свидетелями эпохального события. Это не сильно смущает. Горожане ликуют, подпевают артистам. Настроение праздника поддерживают ансамбли «Джаз-рандеву», «Подворье», «Хайтарма» и «Капелла Октава». На экране вехи строительства моста, первая свая, морская операция – все это хорошо знакомо кирчанам. Поверить только, пару лет назад морская гладь была пуста. Последующие несколько лет здесь выросли сначала рабочие конструкции, и, наконец, свои очертания приобрело основное полотно автомобильного моста. Основные работы по возведению Крымского моста развернулись летом 2015 года. Были построены вахтовые городки, технологические рабочие мосты, а кирчане привыкли к ритмичному, как метроном, звуку. Столько было техники, столько рабочих, столько эмоций. И вообще, я не знаю, как выразить даже благодарность всем строителям. Какой был самый, может, волнительный момент вот этого строительства? Когда установили арки. Вы следили? Следили, смотрели. Начиналось, ну, буквально по камешку. Мы ходили, все время смотрели за цементную слободку. Буквально с первых дней прогуливались, весь процесс наблюдали, пока это было возможно. Близится час пик, на сцене еще продолжается выступление артистов, а на экране начинается прямая трансляция. Показывают главу государства. Президент Российской Федерации Владимир Путин сейчас находится в центре управления дорожным движением Крымского моста. Сам мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Он будет самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров. Огромное количество людей на площади Ленина. Люди пришли, чтобы посмотреть прямую трансляцию с церемонии открытия Крымского моста. Как только на экране показали президента Российской Федерации Владимира Путина, кирчане закричали «Спасибо!». Для горожан это действительно очень значимое событие. Здравствуйте, скажите, какие чувства вы испытываете в связи с открытием Крымского моста? Вообще огромное событие, потому что все ждали с нетерпением. Мой муж работает, непосредственно участвовал в стройке, стройка века, можно сказать. Вот, поэтому для меня большая гордость и за него, и за нашу страну. Завтра открытие в 5:30, мы хотим встретить это открытие со всеми. Кирчане с трудом сдерживают эмоции. Яркие моменты, движение колонны строительной техники, беседы президента с рабочими. Кирчане сопровождают возгласами, кричат «Ура! Спасибо!». Табличку «В добрый путь», и сейчас начнется движение по автодорожной части Крымского моста. Движение по Крымскому мосту откроют утром 16 мая. Колонна длиной в несколько километров первой проедет по транспортному переходу и останется в истории соединения двух берегов большой страны. Екатерина Рябова, Сергей Маренко. Специально для Кишнет ТВ.